как развивается мировая экономика России и Тверской области. Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за 3 минуты в нашем экономическом обзоре. Названы самые закредитованные регионы России. На первом месте оказалась Калмыкия. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет чуть более 86%. На втором месте Тыва с чуть более 76%. Третью строчку заняла Курганская область с индикатором 72,8%. Среди регионов с минимальной закредитованностью оказался Ингушетия, Крым, Севастополь и Дагестан. Тверская область расположилась на 58-м месте. Эксперты назвали самые востребованные рабочие профессии. В России это продавцы-кассиры и повара. Информацию выяснили специалисты во время опроса работодателей. Далее в рейтинге идут представители сферы образования и юриспруденции, в частности, педагоги профессионального обучения, дополнительного профобразования и юристы. Также в него попали специалисты по социальной работе, по закупкам, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры, педагоги, дефектологи. Информация для автомобилистов Тверской области. В России разрешили регистрировать автомобили в автосалонах. Новые правила регистрации призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым на всей территории России. Установлен единый порядок государственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения ему госномера и выдачи регистрационного знака. Осмотр машины должностным лицом или уполномоченным лицом специализированной организации и других действий, связанных с регистрацией автомобиля. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года. Селедка под шубой. Без этого легендарного салата не обходится, пожалуй, ни один новогодний стол. Росстат рассчитал, сколько потратят хозяйки из разных регионов страны, чтобы купить необходимые составляющие. В среднем по России стоимость набора для селедки под шубой чуть более 157 рублей за 1,7 килограмма. Дешевле всего в Республике Мордовия – 127 рублей. Дороже в Чукотском автономном округе – чуть более 452 рублей. Для приготовления селедки под шубой хозяйкам в Тверской области в среднем потребуется 152 рубля. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.